the architect of my own destruction. Всем привет, с вами Артур, и мы проходим Принц Персии, Воин внутри. По идее, надо проверить, что у нас тут есть. По идее, ничего. При побеге от Дахаки, наверное, пригодится, но будем сейчас активировать башню водную. Вот нам нужен этот рычаг. Сейчас мы тут всех немножко порежем. Неряхи не смотрят за спину. Эти вообще нифига не видят. Ну тот я вижу, что уже вроде заметил. Но как-то у них все равно все это не очень. Сейчас мы еще с этим справимся. Может еще какой-нибудь невидимый выпрыгнет в пылу битвы. Они такое любят. Я не победим. Да. Опаньки, аж две. Но они тоже слабые. Сундучок. Так, ну и как его активировать-то было? Надо, наверное, покрутить этот рычаг. Ну, во-первых, это нам позволяет забраться тут, и я думаю, пока это самое главное, что нам нужно. Да. Дальше уже посмотрим, что делать, а пока это самое подходящее действие. Так, вот тут нужно крутить обязательно в ту сторону, потому что до туда мы не допрыгнем, а тут мы и без нее допрыгнем, по-моему, да. Путался раньше всегда, а сейчас вот запомнил на всякий случай, видимо. Так, тут у нас никого особо нету. Так, вот сейчас, наверное, покрутим и поставим длинную в ту сторону. Да, как-то вот так, что ли. Хотя, мне кажется, что что-то тут не так. Они должны обе быть концами длинными в ту сторону. Подозрительно. Ладно, попробую допрыгнуть. Выбора у меня все равно никакого нет. Хотя есть. И есть, конечно же, может тут можно по стене пробежать. Но это, конечно, вряд ли. Хотя... О, можно. Наверное, я неправильно тогда повернул там все.
Вот сейчас я тут не допрыгну. А, хотя допрыгиваю. Нет, все у нас было верно, все отлично. Вот, я вспомнил, тут у нас улучшение. Как только здесь оказался, сразу и вспомнилось. Так, надо как-то убрать оружие. Ладно, не хочет убирать, не надо. Нам вот сюда надо. И движемся, если, конечно, выживем. Ну, легкие такие ловушки, так что быстро добрались. Так, ну все, движемся. Активировать до конца башню. Там еще немножко будет, конечно, нужно покрутить рычажки, но в целом главное вот здесь вот нажать, и уже будет полегче размышлять. Так, ну все, теперь назад в проходик. Упс. Так как бы тут... Наверное, этим путем мы двинемся назад. В целом он такой нормальный. Так, тут мы переправимся или нет? Видимо, нет. Так, ну, кстати, мы, по-моему, пока правильно ставим эти, это тоже нам бонус. Пока спускаемся, уже настраиваем краны, можно сказать так. Так, что-то тут надо нам настраивать или нет? Так, ну я думаю, надо все же так оставить. Выглядит как верно. Так. Ничего не вижу. Ну и достойно, так они такой музыки или нет, просто как-то умерли быстренько. Ну вот и все, по-моему, активировали.
голова у него красиво улетела куда-то. Так, ну что, по идее, я не уверен, конечно, но, может быть, нам можно тут спуститься. Хотя, мне кажется, надо возвращаться тем же путем, что мы пришли. Да, тут дверь закрыта. Через нее мы пройдем в другой раз. До этого еще, конечно, дойдем. Тут мы еще побываем. А пока возвращаемся старым путем. Как-то он решил прыгнуть на лестницу, а не подкатом, и все запорол мне. Ну, кстати, вот теперь нам и нужно то место слева, где я в прошлый раз сказал, что там мы можем только спуститься. Но сейчас нам в целом только спуститься и надо. Хочет умирать. Так, с вороной, человеком вороной я драться не буду. Так, выдвинулась платформа, быстренько возвращаемся, пока она не задвинулась обратно. Так, зачем эту двигать, не знаю, наверное, лестницу спустит какую-то. Ну, даже не спускает никакую лестницу. Просто так для красоты тут находится. Хотя нет, потом мы спустим лестницу еще более в прошлом. Как-то так. Я хочу победить счастью! Пойду возьму сундучок, раз уж по пути. Так, я не знал, что тут можно так встать на ноги.
не буду с ними драться уже. А смысла в этом нету. Так. Ладно, спрыгиваем. Сейчас еще один ящичек найдем тут, по идее. Да. Так, ну что, возвращаемся в главный зал. Если, конечно, жизни хватит. На отсрочке неизбежно. Почему ты помогла мне? Я не знаю. Возможно, наполовину потому, что ты напоминаешь мне об императрице, о той, которой я хотела бы видеть ее. Что ты имеешь в виду? Как и ты, она знает свою судьбу. Она видела ее в потоке времени. Но в то время, как ты сражаешься с судьбой, она смирилась. Она приняла ее. Говорят, что знание — сила. Но мне кажется, что это яд. Знание даты и причины своей собственной смерти угнетает ее. Чем ближе этот день, тем сильнее боль. И ты хочешь, чтобы она сражалась со своей судьбой, как я? Возможно, это придаст ее жизни хоть какой-то смысл. Ты сказала, что это всего лишь половина причины. А вторая половина? Я всю свою жизнь знала то, что записано в потоке времени, невозможно изменить. Но внутри я желаю тебе успеха. Думаешь, у меня получится? Нет. Но я восхищаюсь твоей настойчивостью. Спасибо. Кайлина. Тебе ну. Песочные часы уже наполовину пусты. У тебя мало времени. А, этот магический меч позволяет вам запасать энергию. Используйте его, чтобы высвободить запасенную энергию и нанесите сокрушительную атаку. Окей. Бесполезный меч. Может сильнее того, что был, но бесполезный. Вот если бы он стену уже ломал, было бы хорошо, так? Бесполезный. Так, ну что, идем в механическую башню. Там будем активировать водичку. А, так, как бы тут залезть? А, тут у нас вряд ли что выйдет. Наверное, прыгнем сюда. И вот так вот по стеночке. Я вспомнил, где находится одна из секреток. Ах, давайте ее достанем. Ладно. А, достанем. Сейчас только спрыгнем с этого. Я очень зря сейчас так трачу песочек, потому что он очень нам бы пригодился. Так, может быть, я и не смогу уже спуститься-то. Ладно, в следующий раз достану тут, в этой комнате. Новый улучшатель нашей жизни. А так, сейчас пойдем сюда. И запустим еще одну башенку. Так, ну, наверное, имеет смысл остановить время, раз тут даже резервуарчик лежал. Тут, кстати, найдем еще один.
Так, ну что, на этом, наверное, закончим эту часть и встретимся уже в следующей. Всем спасибо, кто смотрел, и всем пока. Удачи!